из Самары, наш друг Саитов Искандер Зиннурович. Я хочу ему слово. Спасибо большое. Я не буду говорить красивых и долгих речей, наверное, мог бы, но не буду, потому что все устали. Я хочу обратиться к тем детям, которые выступили по куплету, по полтора, а кто-то, может быть, там дзинул до двух, потому что как бы все это ужимались и старались сделать быстрее. Я сегодня должен был петь на этой сцене, но я вообще не выступал. Я свои 5 минут времени подарил вам. Теперь, если можно, подарите мне 1,5 минуты. Этот год объявлен президентом Российской Федерации годом педагога-наставника. К сожалению, здесь, в этом зале, не прозвучало ни одной песни, посвященной педагогам. Это несправедливо, потому что большинство из вас готовили педагоги. Стоящие на сцене – это тоже педагоги, ну, исключая меня, конечно. Поэтому, с вашего позволения, для всех педагогов маленькое стихотворение. Позволите? Маэстро, будьте добры. Оно будет на татарском, но я думаю, все его поймут. Алтын яфрак ява урамнарга, сукмакларга ява юлларга. Урам буйлап атлы укутучы, чумган келеш тирен уйларга. Уйларгыз изге сабыйларның күңелене барып ялғана, күпме хисләр кирәк олар өчен ял якынына онытып янарга. Хәм сакларга кирәк сүндермичә аларга дип яккан учакны. Үз балаңа күпме җылы кирәк, аларга да кирәк шул чаклы. Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк, җил давыллар җирдә азмасын. Җандыр инегезгә күтәргәнсез күпме балаларның язмышын. Без беләбез сезгә җиңел түгел, күпме язмыш сезнең кулларда. Ләкин ышан, һәр чак без булырбыз, сез күрсәткән туры юлларда. Спасибо всем педагогам и большое спасибо Венере Асхатовне Ганиевой, потому что это самая лучшая, самая добрая мама на свете, мама этого конкурса. Спасибо.